В Международном инновационном университете накоплен большой опыт и достигнуты высокие результаты в организации образовательного процесса. Этот вуз готовит квалифицированных специалистов, которые вливаются во все сферы деятельности не только города и края, но и страны. В этом году МИУ подготовил 33-й выпуск. Это юристы, экономисты, управленцы, менеджеры, лингвисты и не только. Каждый из них все 5 лет обучения, а кто-то и все 6, с трепетом ждал именно дня вручения дипломов. Ведь именно сегодня они могут называть себя профессионалами высокого класса. Университет оказал нам огромную честь, то, что принял нас в свои стены, дал нам замечательное образование. И именно с сегодняшнего дня начинается точка отсчета, когда мы должны оказать доверие университету, показать, проявить в жизни все полученные знания, навыки и умения. И, конечно, проявить себя с лучшей стороны. Мы хотим поблагодарить и руководство вуза, и профессорско-преподавательский состав за работу, за заботу, за тот вклад, который они внесли в дело образования. Сделать этот день еще более праздничным выпускникам помогли студенты из Центра международных инициатив университета. Ребята с помощью педагогов подготовили концерт с оригинальными сценками, креативными зарисовками и миниатюрами о студенческой жизни, хореографическими и вокальными номерами. Кульминацией же праздника стало вручение дипломов с отличием. На сцену вышли представители практически каждого факультета. Большинство из этих ребят планируют задержаться в стенах Международного инновационного университета и получить послевузовское дополнительное образование. Решение ребят поддерживает и ректор университета Галина Берулава. Мы очень надеемся, что вы не закончите на этом свое самообразование. Многие из вас уже подали заявление в магистратуру, в аспирантуру. И, конечно, это очень престижно — стать магистром юриспруденции, магистром экономики. Вы знаете, что это котируется в очень многих странах, так же, как звание кандидата наук. Поэтому очень со многими мы встретимся. А сегодня разрешите поздравить вас с получением государственных дипломов. Ура выпускникам Международного инновационного университета! В словах напутствия ректор университета напомнила выпускникам, что вуз на этом с ними не прощается. Альма-Матер поможет своим студентам и в трудоустройстве. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.